Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вы смотрите телеканал ТВС. Это интерактивное музыкальное шоу «Земля-воздух». Сегодня у нас программа необычная. Почему необычная? Я думаю, вы будете узнавать прямо в ближайшие несколько минут. И, собственно, многое вы увидите своими глазами. Я думаю, те, кто собрался в этой студии, это уже увидели и почувствовали. Итак, как обычно, вы включаете свои телевизоры в субботу для того, чтобы насладиться живым выступлением музыкантов. Я думаю, что сегодня выступление будет особенно живым. А также яркой дискуссии, которая разворачивается вокруг этого выступления. И по традиции давайте я представлю наших сегодняшних экспертов. Это представители популярных FM-радиостанций, которые и будут отвечать за смысловое наполнение нашей сегодняшней программы. Итак, Александр Плющев, представитель радиостанции «Эхо Москвы». Евгений Агабеков представляет радио Хит ФМ. Вадим Наливайко, представитель радио Шансон. Михаил Козырев, традиционный представитель нашего радио. Александр Пряников, русское радио. И начинается вот то самое необычное. Итак, у нас еще сегодня будет независимый эксперт. По идее, сейчас вот под эти звуки моего голоса он должен войти в эту студию. Итак, сегодня независимый эксперт Василий Уткин. Василий Уткин представляет, я думаю, самого себя. Я думаю, что постоянным зрителям «Земли и воздуха» он известен и знаком, потому что долгое время являлся сам ведущим этой программы. Итак, Василий Уткин, ваши аплодисменты. Это что касается экспертов. Надеюсь, что сегодня наша программа в связи с необычным составом экспертов будет необычна уже хотя бы поэтому. Вы, наверное, заметили, что нет среди экспертов Чачи. Почему? Да потому что Чача сегодня на сцене. Сегодня в гостях в программе «Земля-воздух» группа «Наив». Добрый вечер, Чача. Теперь поворачиваю к вам голову налево, а не направо. Всем привет. Очень странно чувствовать себя с этой стороны, потому что обычно оттуда легче прессовать, чем отсюда. Но мы попробуем, на самом деле, нарушить это положение дел и скажем каких-нибудь гадостей всем экспертам сегодня. Ждем от вас гадостей встречных. Чача, традиционно с песни начинаем. Да, первая песня, которую сыграем мы сегодня для вашего многоуважаемого внимания. Следующая песня называется, или носит название, как в свое время говорил Макарона, «Рок». Постоянно зажигать, никогда не отдыхать, веселиться, тусовать весь день, всю ночь погреться. Много денег поднимать, еще больше простывать, порошки употреблять, и на смерть не упиться. Все это происходит регулярно, когда ты в клубе суперпопулярно. Сочинять одни хиты, чтоб понятно для братвы, без залечья, без ботвы, без всякого отстоя. Никогда не унывать, тёщу мамой называть. Вот какая жизнь у рок-н-ролльного героя. Всё это происходит регулярно, когда ты в клубе суперпопулярной. Все это происходит.
Нынешние российские панкеры не шастают по помойкам и не употребляют тяжелые наркотики, а более или менее успешно учатся и бегают за пивом. Правда, время от времени, облачившись в соответствующую униформу и поставив на голове ирокез, они ходят на концерты любимых панк-команд. Не старые лозунги «нет будущего» и «живи быстро, умри молодым», а безудержное веселье – вот главная цель современных панков. Группа «Наив» делает все, чтобы публика могла хорошо и весело провести время. И, как мне кажется, мы в этом преуспели, заявляет Александр Чача-Иванов. Образованная еще в советской армии 14 лет назад группа «Наив» свой первый альбом выпускает на американском лейбле «Максимум рок-н-ролл» в 90-м году. После второго альбома «Пиво для Наива» группа становится популярной не только в России, о чем свидетельствует тур по 11 странам Европы в 93-м году, организованный датской фирмой Subvert Productions. Саунд-продюсером альбома «Посталкогольные страхи», выпущенного в 97-м году, стал басист Faith No More Билл Гуд. Следующие три года проходят в бесконечных гастрольных поездках и клубных концертах. Наив играет на одной сцене с такими монстрами панк-рока, как Exploited, Марки Рамон, Stranglers. Отмечает свой 10-летний юбилей, основывает собственный рекордс-лейбл. А потом в группе покоряются всевозможные хит-парады. Трек «Суперзвезда» добирается до верхушки чартов MTV, нашего радио «Московского комсомольца». Кавер-версия песни Виктора Цоя «Мама анархия», выпущенная на альбоме «Оптом и в розницу», попадает на трибьютки на пробы. «Наив» вместе с ДДТ в 2001 и «Королем и Шутом» в 2002 закрывают фестивали «Нашествие». Не имея постоянного финансирования и контракта ни с одной компанией, музыканты группы «Наив» доказывают, что они, несмотря на безудержное веселье, готовы бороться против истеблишмента и трансатлантических корпораций. И все возможно сделать своими собственными руками. Итак, сегодня в программе «Земля-воздух» группа «Наив». Уважаемые телезрители, вы, наверное, поняли, что программа уже необычна тем, что у нас необычный состав экспертов. Сегодня один из экспертов выступает на сцене, группа «Наив» достаточно экстремальную музыку играет. Сегодня у нас впервые на моей памяти партер, не сказать, что танцующий, хотя можно танцевать и сидя. И напоминаю, что по традиции, чем эта программа не будет отличаться от остальных, у нас программа интерактивная, вы можете принять в ней участие. Как это сделать? Вы можете позвонить по телефону или выйти в интернет и высказать свое мнение, ответить на вопрос, который мы вывесили на голосование. Вопрос сегодня такой. Считаете ли вы, что любовь спасет мир? Итак, телефоны для голосования. Если вы считаете, что да, любовь спасет в мир, извините, по Фрейду что-то. 8-809-505-3001. Если вы с этим не согласны, 8-809-505-3002. Если вы не знаете, 8, что такое любовь, наверное, 8-809-505-3003. Звонок из Москвы бесплатный, с других городов вы оплачиваете только связь до столицы. Адрес интернет-голосования www.tvs.tv. Звоните, выходите в интернет и голосуйте. Ну, а теперь можно полноценно поздороваться с Чачей и со всей его командой. Чача, добрый вечер. Добрый вечер, Чача. Всем привет, на самом деле. Ребят, очень рад, на самом деле. Мне кажется, что сегодня довольно много людей пришло, которым это действительно интересно, это прикольно. Представь, пожалуйста, всех, кто с тобой в Наиве. Дима Снейк Хакимов, барабанные установки. И также по совместительству директор коллектива. Все вопросы коммерческого свойства обращайте к нему, ко мне не надо. Я только щеки надуваю, на самом деле, и важничаю по телевизору, больше ничего. Далее идет Саня Голый, на самом деле. Человек, которого мы за довольно немалые деньги перекупили из группы «Тараканы». Санек никак не может понять, где его деньги. Спроси у Сида. Где мои деньги? Это к Сиду вопрос. Коля Богданов или Колян, как я его лично называю. Группа «Фантастика», сольный проект «Колик». Да, кстати, должен сказать, что у каждого музыканта группы «Наив», за исключением меня, есть сольные проекты. Коля Богданов играет в группе «Фантастика», Санек играет в группе под названием «3.15». И Снейк играет в группе «Mad Dog». Только я не играю ни в какой сольной группе, потому что моей сольной группой является группа «Наив». Спасибо, Чача. Ну и первую тему, которую хотелось бы затронуть сначала с тобой, это тема такая. Панки по убеждению, панки по форме. Огромное количество панк-групп развелось в последнее время, наплодилось, не знаю, как правильнее сказать, не только у нас в стране, но и на Западе, да? И что касается тебя, ты высказывал свое убеждение, свою точку зрения многократно, будучи экспертом на «Земле-воздух».
как мне кажется, вот яркий пример того, что, каким может быть панк по убеждению. Назвать, скажем так, например, Blink 182 или Sum 41 панками, которые играют музыку протеста, сложно, как мне кажется. Они какие-то забавные такие, фанни. Я бы их назвал фанкс, фанни-панкс. Вот скажи, пожалуйста, как ты считаешь, действительно можно ли провести деление такое, и не пора ли побороться за чистоту жанра? Я говорил с Джелла Биафра недавно, на самом деле. Он мне сказал такую вещь интересную достаточно. Джелла Биафра, это, если кто-то не знает, я думаю, что много здесь, кто не знает, кто это такой. Это человек, который играл и пел, был вокалистом в группе Dead Kennedys. И также человек, Dead Kennedys, группа, которая к нам приезжала недавно, он с ней не приехал, потому что у них там какие-то там разногласия. Также он является человеком, который рулит лейбл под названием Alternative Tentacles, альтернативные щупальцы. Он издает независимую музыку, американскую, европейскую. Он сказал, что в свое время, в середине 90-х, крупные транснациональные компании пришли к выводу, что нужно молодежь отвлечь от черной радикальной рэп-хип-хоп культуры, которая была очень сильно политизирована и которая требовала пересмотра статуса кво, который существовал в мире в этот момент. В этом смысле поп-панк, который появился на международной арене, является следствием именно этого процесса. Я думаю, что такая точка зрения имеет право на существование. Тем не менее, я хочу сказать, что Blink 182 и Sum 41, несмотря на то, что в названии этих групп присутствуют цифры, которые мне не очень понятны, лично какие-то их песни меня лично вдохновляют. Я не предлагаю бороться за чистоту жанра в данном случае, хотя я знаю огромное количество отстойнейших коллективов, которые могу назвать прилюдно после рекламной паузы. Так что не спешите переключить ваш канал. Договорились. После рекламной паузы Чач обязательно назовет самые отстойные коллективы панка. Сейчас, пожалуйста, очередная песня, наверное, по традиции. Итак, уважаемые телезрители, напомню, сегодня у нас группа «Наив» в гостях. Смотрите «Земли воздух», узнаете много всего нового, причем о панк-музыке от представителей панк-музыки. Не обращали внимания, он на Киркорова похож, такой же чебурашка. Когда я перестану дуть до дуренья, все скажут, парень хоть куда. Это точно. Поэт мне больше, чем поэт, покруче даже Шевчука. Даже Вакарчука. Когда я перестану тут, обновленная душа моя мир отпастится очень высоко. Тогда поймете наконец, какая супер я звезда, и вся зависть упадет раз и навсегда. Когда я
Группа «Наив» сегодня в программе «Земля воздух». Уважаемые телезрители, голосуйте, отвечайте на наш сегодняшний вопрос. Голосуйте по телефону, выходите в интернет, голосуйте там. Ну, а пока на телеканале ТВС реклама. Группа «Наив». Итак, панки по форме, панки по убеждению. Что же такое? Почему происходит ситуация, когда появилось огромное количество якобы панк-коллективов, которые играют панк-музыку, но при этом особо не заморачиваются на собственной идеологии? Чач только что пояснил, что дело все виноваты транснациональные корпорации, собственно, которые решили отвлечь немалую часть молодежи, да, я правильно говорю, немалую часть молодежи, прежде всего в Штатах, насколько я понимаю, от музыки. Потому что у них просто вопрос наиболее остро стоял там, на самом деле, насколько я понимаю. Во всем остальном мире, как бы в Европе и в России в том числе, он не настолько остро ощущается. Здесь, на самом деле, действуют старые рычаги влияния на общественное сознание. И поэтому здесь это не настолько большой проблемой является. Но докатилось ли вот это вот явление, да, вот эти ветры, додули ли они до нас? И появились ли у нас тоже панк-команды, которые являются панками по форме, но не по содержанию? Они не протестуют, они не придерживаются никакой идеологии, им по приколу играть в панка. Вы знаете, я сначала думал, что я сделаю разоблачительное заявление, но подумав здраво и выпив 50 грамм, пришел к выводу, что на самом деле... Да, такие существуют группы, но заявлять их публично я не буду. Тонко. Обосрался, да-да-да. Ну да, я это имел в виду. Тонко. Теперь вы знаете, вот каким словом можно заменить слово «обделался», да. Но самое главное, что мне все равно, на самом деле, обосрался я или нет. Я готов это публично признать. Говорят, свою не пахнет. И плакать не буду. Ладно, хорошо. Спасибо большое, Чача. Теперь хочется перейти к экспертам. Итак, уважаемые эксперты, панки по форме и по содержанию. Наверное, вот эту тему хочется обсудить изначально. И первое слово, ну, вообще, наверное, достаточно сложно будет говорить первым сейчас. Но, тем не менее, Василий Уткин, сегодняшний наш независимый эксперт. Человек, который сделал для программы «Земля воздух» очень много. И сегодня заслуженно на нашем эфире. Василий. Так трогательно. Спасибо. Можно еще поаплодировать? Дорогой Чача, я долго думал, как мне одеться, идя на твой концерт, и решил, что это и будет настоящий панк, если я буду в галстуке. И потом, респект тебе. И потом, я думаю, тебе будет приятно, если человек, можно сказать, олицетворяющий в этой студии истеблишмент, тоже будет за тебя. Мне очень нравится здесь, потому что Чача, по-моему, вот такая милая семейная атмосфера. Чача, по-моему, всех своих слушателей знает в лицо. Это очень трогательно. Почти все, почти. Мне дико понравилась самая первая сентенция. Я тут недавно говорил с одним чуваком, вы, наверное, его не знаете, но к нам приезжала группа, так вот он с ней не приезжал. Так вот этот самый мужик, вот он сказал. Это тоже здорово. Насчет панков по форме и по содержанию, честно скажу, мне добавить нечего. Спасибо. Ну, хорошо, тогда перейдем... Не вполне экспертная, но совершенно независимая точка зрения. Хорошо. Михаил Козырев, «Наше радио». Пожалуйста, слово вам. Во-первых, я считаю, что вот по форме, как одет, точно. Вася у нас главный панк сегодня, это точно, абсолютно. Чача, скажи, когда ты там, страшно? Ну так. Знаешь, на самом деле, оттуда комфортнее, да? То есть, как бы, тебе не надо дергаться, там, петь чего-то. Просто сидишь и там умничаешь, типа, рассказываешь. Я умный такой чувак, я знаю, что как, хорошо, плохо или так. Или... Миша, ты собираешься следующим там? Нет, ты... Я как выясняешь. Раз хотел сказать, что мы на самом деле, появлением Чачи на той стороне, открываем целый цикл «Поют эксперты». Вот. Ксении Стриж сейчас нет как раз, потому что она готовит цикл городского романса «Метнулась резко я на сходку». Вот. А я обещаю же...
Я обещаю, что я буду наработать, уже несколько песен готово. Зачем топтать весь русский рок? Это будет крик души. Значит, ну, я все комплименты этой группе сейчас пока скомпрессирую буквально в паре фраз, потому что сегодня не время говорить комплименты. Чача готовился к бою. Вот. Но в любом случае хочу сказать, что сначала, да, это офигительная команда. Я считаю, что вот последняя песня, которая была, «Суперзвезда», это абсолютный суперхит. И программные директора, которые видели этот клип и слышали эту песню, лохи позорные, что они прошли мимо нее. Я думаю, что единственный шанс этой песни попасть в плейлист некоторых радиостанций, если кавер на нее сделает Витас, «Когда я перестану дуть». Это будет адекватно. Вот, я значит, займусь этим в ближайшее время. Да, пожалуйста, свяжись с ним сам. Нет, Витас будет. Вот, значит, короче говоря, вот это, на этом все комплименты. Теперь, значит, как ты готовился, что тебя будут мочить, поехали. Значит, говоря о панке, да, вот у меня единственное ощущение от большинства панк-групп, что это, в общем-то, как бы панк, но понарошку. Потому что вот самое страшное для группы «Наив» и для еще десятка другого, не дай бог, они напишут и аранжируют песню, в которой не будет вот этого гитарного рифа. Потому что какие же мы тогда панки? Если мы по форме, если вот эта гитара у нас, мы тогда не панки. А мы должны быть верны нашему раз избранному панковскому курсу. И это еще куда ни шло. Но беда в другом. Беда в том, что панк-то изначально, как мы знаем от Чачи же, это музыка протеста. Это музыка, которая вышибает человека из колеи, заставляет его задуматься, да? Чача как вышибал 10 лет назад из колеи протестом против родительского злобного мира, так до сих пор и вышибает. А жизнь ушла далеко вперед. И не все в нашей стране спокойно, да? И не все спокойно со свободой слова. И граждан наши же собственные власти убивают и не объясняют, почему. Есть много песен, которые можно сочинить на эту тему, чтобы реально быть панком, и реально заставить людей задуматься. И заставить их, по крайней мере, задать себе вопросы, которые они себе в обычном виде не задают. И я в качестве аргумента хочу напомнить, да, с чего все начиналось. Да? Первый маркетинг Sex Pistols на песню God Save the Queen, Господи, спаси королеву, был сделан так. К дню рождения королевы все лондонские автобусы были украшены постерами с портретом королевы с серьгой в носу. А когда Джонни Роттен попытался пробиться в Америку, и Sex Pistols вышли на сцену в Техасе, что у него было написано на майке? А на майке у него было написано: «Господа ковбои, все вы гребаные педерасты!» Поэтому, естественно, он был освистан, и Sex Pistols никогда больше не покорили Америку. Но это реальный панк. Да, и на это нужно иметь мужество и смелость. Вот я в данном случае предъявляю конкретную претензию, да? К сожалению, панк давным-давно стал большой игрой, и он не будоражит людей, и он не выполняет свою первоначальную миссию. Получите, распишитесь. Можно ответить, поскольку предъява была заявлена публично, и я хотел бы иметь возможность это сделать. Возможности единственно лаконично, мне как обычно. Да, конечно, конечно, очень коротко. Во-первых, нас не волнует, что думают программные директора. Абсолютно. Они пасутся все. Ребята, попаситесь где-нибудь на самом деле. Дело в том, что мы от вас саппорта реального не видели 14 лет и не увидим никогда. Поэтому продолжайте делать то, что вы делаете. Вы делаете свое сложное дело, оно непростое. Нас не очень волнует то, что вы думаете. Мы продолжаем делать вещи на свой страх и риск. Все центровые клубы этого города и этой страны, в которой мы живем, говорят нам, что нет, это слишком радикально то, что вы делаете. Поэтому предъява Мишина, она, конечно, хорошая, без сомнения, она патетична, но тем не менее, я сталкиваюсь с простой реальностью, когда мне просто приходят люди, то есть я прихожу к людям и говорю: давайте мы сыграем у вас концерт. Они говорят: ну да, вот вроде вы выглядите даже не очень ужасно, вроде вы даже не заблеваны, и джинсы на вас постираны. Но все-таки это неприемлемо для нашего заведения. То же самое мне говорят все программные директора всех радиостанций, с которыми мне приходилось сталкиваться. Поэтому вам самим, дорогие радиослушатели, телезрители, решать, насколько протестна наша музыка и радикальна. То, что я слышал от людей, которые принимают решения,
каждый раз было. Это без маза, это слишком бескомпромиссно. Вот все. Спасибо, Чача. Сказать. Спасибо. Вадим Наливайко, радио Шансона, хочу передать вам слово. Согласны ли вы с Михаилом, поддерживаете ли вы точку зрения Чача? В меньшей степени, Чача, но больше я поддерживаю, чем Михаил, потому что, во-первых, я по-прежнему убежден, говорили мы об этом много раз, что не нужно навешивать дополнительные ярлыки какие-то. Ребят делают свое дело. На мой взгляд, ребят делают его очень качественно. И любого рода искусство, которое базируется только на протесте, и все, нафиг оно нужно. Это немножко явление другого порядка. Что касается формы и содержания, но опять-таки мы пытаемся вешать ярлыки. То есть, предположим, тот же вопрос мы относим к представителям искусства, которые играют симфоническую музыку. Да, вот совпадает. Сейчас тебе всю программу «Шансон» защищать будет. Нормально. Сейчас посмотрим. Вот. И... На самом деле, сегодня у нас есть большой шанс, на самом деле, посмотреть, кто на самом деле что думает. Вот, и думаю, есть правда то, что... так, на самом деле. Саш, смотри, я внимательно достаточно послушал, когда шел сюда пластинки, причем у меня ощущение было сильно разное. Я когда слушал пластинки в тихом помещении, на хорошем аппарате, при том, что это абсолютно, естественно, не мой жанр, не мои радиостанции, не мой личный, но я с большим уважением относился, потому что сделано тщательно и качественно. С первых тактов песни, которая сейчас первая здесь прозвучала, втыкает просто до ужаса. Энергетика совершенно... Я не видел на этой вот сцене, вот на «Земле воздух», еще групп такого рода энергетики активной. Это большой плюс. Вот. А привязываться к каким-то конкретным фиксированным терминам, вот приходили, помнишь, сюда ребята, которые мы здесь играем, там уже 12 лет, да совершенно не было ощущения, что ребята больше года играют. Здесь явно не зря на месте сидели, в общем-то. И площадки от самых маленьких клубных до самых больших стадионных — это абсолютно площадки наива. Что касается радио, специализированные радиостанции, у которых подобного рода жанры являются элементом формата, вполне могут ставить такие песни, в частности, вот песню «Суперзвезда», абсолютно согласен. Спасибо, Вадим. Александр Пряников, «Русское радио», слово. Ну, Чача хотя бы больше панк, потому что я до сих пор не задавал себе вопрос, что будет, если я перестану дуть. Поэтому большое тебе спасибо за понимание темы и правильное ее освещение. Потому что в кулуарных беседах мы с тобой достигли консенсуса на один момент. Если уж говорить, эх, была, не была. Я считаю, что с водкой можно бороться только вот то, за что ты борешься, Чача, и такими способами, которыми борешься ты. А дальше посмотрим, насколько ты мощен в этой борьбе, как быстро легализуют марихуану в стране. Докажи, докажи, что ты мужик. Если ты здесь не... Я имею право так говорить, потому что несколько раз слышал, по крайней мере, искренне этому подтверждение. И последнее. Что ты будешь делать, когда через пару-тройку лет в нашем динамично меняющемся мире, я это не отрицаю, ты станешь звучать на русском радио и станешь гигантски популярен. Что ты будешь делать тогда, брат? Ну, напишем, наверное, еще более радикальных песен, которые вы не сможете поставить в эфир по корпоративным... Сознательно уйдешь от славы? Ну, то есть в этом твой панк заключается? Не, мой панк заключается в том, что я играю наиболее последовательную и радикальную форму рока последние 14 лет. Я потратил свою сраную жизнь на это. Я не знаю, на самом деле, насколько это круто или не круто, там, убедительно или неубедительно. Я, тем не менее, это сделал. Бог мне судья абсолютно. Точно так же, как и вы, конечно, господа эксперты. Вы мне все сказали дружное «нет» в основной своей массе. Сказали, что да, ты потратил, ты старался, но все-таки, братан, ну это, ну, как-то Саш, чересчур. Саш, можно просто коррективы нести? У вас за последние 5 лет был хоть один альбом, с которого мы не играли песню? Давай честно будем. Ну, я просто хочу все-таки справедливо. Ну, были, да. Знаешь, были песни, которые ты играл в 3 часа ночи один раз в неделю. Такие были. Ну, и были те, которые мы играли по 8 раз в день. Будь справедливо, да? Будь честным. Да, были те, которые мы играли, да? Да. И мы каждый раз находили, да? И каждый раз старались сделать все, что мы могли. Я просто для корректива. Я просто сделаю акцент на том, что в 3 часа ночи и один раз в неделю. Вот я сделаю акцент на том, что для того, чтобы писать более радикальные песни, для этого не надо ждать, пока ты появишься на русском радио, для этого надо просто чувствовать. И от этого должны писаться песни. Миш, уж позволь мне, на самом деле, сказать тебе, что я чувствую просто так конкретно все, что на самом деле даже это не подвергается сомнению никакому. Ну давайте эту дискуссию продолжим после очередной песни. Чача, пожалуйста. Следующую песню наше радио поддержало, заведя ее 4 раза за год. Она называется «Я не шучу».
Время проходит, ничего не меняется. Кому-то все, ну а мне ничего. Ну а мне ничего никогда не достанется. Вроде все нормально, все вроде хорошо. Заголовки газет уверяют в обратном. Есть база отдохнуть, непонятно от чего. Мы и так отдыхаем с тобой постоянно. Ничего не хочу, ничего не хочу. Ничего от жизни мне не надо, кроме того, чтобы была ты рядом. Знаешь, знаешь, я не шучу. Я лежу на диване и накапливаю жир. Ничего хорошего не делаю для общества. Никому не должен и никто не должен мне. Делаю только то, что хочется. Ничего не хочу, ничего не хочу. Ничего от жизни мне не надо, кроме одного, чтобы была ты рядом. Знаешь, знаешь, я не шучу. Ничего не хочу, ничего от жизни мне не надо, кроме одного, чтобы была ты рядом. Знаешь, знаешь, я не шучу. Знаешь, знаешь, я не шучу. Знаешь, сука, я не шучу. Группа «Наив» сегодня в программе «Земля-воздух». Уважаемые дамы и господа, напоминаю, что наша программа интерактивна. Вы можете принять в ней участие, отвечая на вопрос. Давайте посмотрим, что там происходит с голосованием. Итак, считаете ли вы, что любовь спасет мир? Голосование телефонное. 76% считают, что да, спасет, 17% с ними не согласны, 6% не определилось. И интернетчики как голосуют? Похожая ситуация. 67% да, считают, что любовь спасет мир. И 29,9%. Зачем топтать мою любовь, считают. Что, в общем-то, их право. Уважаемые телезрители, вы можете звонить по телефону, голосуйте в интернете. Я думаю, что ваше мнение может теоретически измениться в зависимости от того, что происходит здесь у нас на площадке. Пока на телеканале ТВС реклама. Экспертами и немножко изменить вопрос, поговорить о конформизме. Насколько конформизм справедлив для панка? До какой степени можно идти на компромиссы, скажем так. Не высказывался у нас Александр Плющев. Пожалуйста, слово вам. Ну, Чачи, привет. Привет. Чачи, грех меня обвинять в том, что мы не обращаем внимания на Наив. Например, новый кавер на Элвиса, который только что записал группу Наив, наша радиостанция прокрутила буквально через несколько часов после того, как он мне отдал болваночку. И всего лишь после нескольких 2 или 3 часов, как я его получил на руки. То есть вы на самом деле сделали самую свежую презентацию. Важное уточнение, это было в 3 часа ночи или раньше? Чуть позже. Это было сразу после. А вот кого-то за это хвалят, да, Миш? Сколько раз за год «Эхо Москвы», интересно, прокрутит, да? У нас каждая прокрутка раз. И кто это проверит? Последний раз, может быть, я сегодня это говорю. Ну так вот, ты знаешь, но тем не менее у меня есть все равно несколько жестких слов в твой адрес. Конечно, это здорово, что ты ругаешься так лихо с практически единственной радиостанцией, которая вас поддерживает. Но тем не менее,
Вот ты знаешь, у меня все это вызывает такое ощущение, что это такая игра. Ну, не знаю, как со стороны Михаила, но со стороны твоей точно такая небольшая игра условностей. Он тебя поругал, ты на него наехал. Я ну, это называю чувством юмора. Друзьями разошлись, да. В общем, никакой, конечно, это не панк. Вот, для меня важным что случилось? Есть песня «Суперзвезда». Ельцин давно в отставке, а ты все поешь в отставку Ельцина тогда. Фамилия нового президента... Мы пели Путина до последнего времени, и после того, как он заявил Америке свое строгое «нет», я лично снял его фамилию из песни. Вот это и есть настоящий конформизм, на самом деле. Нет, это не конформизм, на самом деле. Я пытаюсь просто посмотреть на эту ситуацию своими глазами и понять то, что происходит в мире. Если кто-то не говорит взорвавшемуся, озверевшему, как это, сраному ковбою, как называет его господин Жириновский. Если кто-то не говорит этого, на самом деле, то кто-то должен сказать, на самом деле. И хотя бы, по крайней мере, мы снимаем претензии к господину Путину на сегодняшний момент. Мы посмотрим дальше, что будет происходить. Это не конформизм, мы не обосрались, мы ничего не боимся. Мы можем сказать, что Путин мудак, если на самом деле он того заслужил. Но на сегодняшний момент он не заслуживает этого. Чача дал президенту время. Это позиция время. Политическая. Ты знаешь, я, честно говоря, не знал, что панки могут поддерживать какие-либо политические силы, особенно те, которые находятся у власти. В такой ситуации приходится, ты для меня сегодня открыл много нового. Спасибо, Чача. Моему большому сожалению, приходится в этой ситуации это делать. Спасибо, Александр и Евгений Агабеков. Хит-ФМ, вам слово. Сейчас очень популярно стало слово «насрать». Мне на самом деле тоже, по большому счету, сейчас стало на все вообще насрать. Если бы была сигарета, я бы закурил, честно. Потому что, по большому счету, я представляю радиостанцию... Про Путина не будете говорить, я Нет. надеюсь? Я представляю радиостанцию достаточно нейтральную, в смысле панк-рока. То есть мы играем разную музыку, ту, которую считаем популярной. Вот. Но дело не в этом. Я вот сейчас, по большому счету, еду... немножко с другого концерта, там Шаги выступал в Лужниках, вот там совсем другая энергетика была, там тоже Ямайка, в общем, все дела, и тоже в каком-то смысле панком его назвать можно. Вот, а здесь получил совершенно другую порцию драйва, на самом деле со сцены действительно, наверное, немножко по-другому себя чувствуешь, вот, как там ощущается? Действительно драйв прет или все так же, как здесь, когда смотришь? Ты знаешь, смотри, я 14 лет этим занимаюсь. То есть, как бы, это одно из самых больших вставлялов, которые я лично испытываю по жизни. Я просто много думал, на самом деле. Санек, пора уже, на самом деле, бросить панк-группу. Перестань. Веди себя, как положено твоему возрасту человеку себя вести. Чем ты занимаешься? Ты же, на самом деле, ведь, в принципе, взрослый чувак. А потом новая песня пришла, да, в ум, и все, и тут же пошел репетировать. На самом деле, и ты не можешь от этого избавиться. Не знаю, насколько она хороша, протестна или там интересна. Я занимаюсь самовыражением последние 14 лет. Я не знаю, насколько это хорошо или плохо получается. Я стараюсь это делать искренне. Я стараюсь это... Я знаю, на самом деле, я с Мишей, на самом деле, не так давно говорил. Он говорит, вот 5 песен, которые вы записали на новую пластинку, реально искренние. Почему вы не можете писать так все время? Потому что очень сложно в условиях медиакратии пытаться быть честным. Потому что ты все время находишься под давлением, да? Ты знаешь, что чуть-чуть ты можешь сделать мягче все, и это гораздо будет более востребовано. Это сложная, на самом деле, такая дилемма, особенно когда ты долго этим занимаешься. Ни год, ни два, ни три. Я стараюсь быть максимально честным. Извините, если я не обосрал кого-то, кого вам лично хотелось, и обосрал тех, кого вам не хотелось. Я лично извиняюсь. Я стараюсь быть честным все время. Спасибо, Чача. Достаточно удивительное заявление. Еще более удивительно будет, если сейчас будет баллада. Очередная песня, в смысле. Пожалуйста. Следующая песня как раз очень хорошо относится к нашему... голосованию. Я специально сделал перевод песни Элвиса Пресли. Элвис Пресли написал свое время, или его тусовка, которая с ним тусила довольно плотно, написала песню под названием «Always on my mind».
Очень многие потом из тех, кто сегодня присутствует в студии, воспринимают эту песню как песню Pet Shop Boys на самом деле. Это не так, ребята. Изначально песню написал Элвис. Элвис был королем. Элвис король, это без всяких вопросов. Песня называется Always on My Mind, а в моем персональном личном переводе, авторском, я еще не урегулировал отношения с авторскими обществами, поэтому все вопросы, которые будут такого рода, присылайте нам на e-mail. E-mail вам сообщит Снейк. Снейк знает точно все наши координаты. Снейк наш барабанщик и бессменный директор последние 5 или 6 лет. Чача. Следующая песня называется «Не могу забыть тебя» о любви. Должен был любить, было просто было нужно, было вообще тебя любить, было просто я не должен был нажираться как свинья. Не могу забыть тебя, 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 не могу забыть тебя. Вроде все нормально, и все вроде хорошо, хорошо. И каждый раз, когда не в ревье, грустно мне и не смешно. Грустно мне, что не любил тебя, я так как должен был любить. Я не могу тебя забыть, я могу тебя забыть, не могу тебя забыть. Группа «Наив» сегодня в программе «Земля-воздух» на телеканале ТВС. Очередную тему хочется затронуть. Чача, наверное, сначала начать разговор с тобой. Вот какой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот ты, будучи экспертом, очень часто говоришь, ну, скажем так, хорошим, правильным языком. Используешь огромное количество умных терминов, начиная от этатизма и заканчивая дефинициями. Скажи, пожалуйста, дай дефиницию твоему общению с поклонниками. Как ты считаешь, говоришь ли ты с ними на одном языке, да? С одной стороны, ты говоришь, что трансатлантические корпорации должны быть уничтожены, да? Ты можешь это обосновать как с экономической... Транснациональные корпорации должны быть уничтожены. Ты, с одной стороны, можешь обрисовать ситуацию с экономической, с геополитической точки зрения, а многие поклонники могут воспринять это просто как тупой призыв пойти разгромить Макдональдс, образно говоря. Вот. Но это не так уж и плохо. Понимаешь, тут смотря что считать главенствующим, смотря что для тебя важнее, результат, то есть что корпорации должны быть уничтожены, или чтобы каждый уничтожитель, да, понимал, что он делает. Не получится, что вокруг тебя будет армия орков. Смотри, на самом деле, я лично думаю, что в нашей стране, к сожалению, мы находимся на том этапе развития, когда проблемы существования транснационального капитала и там ножницы цен между там странами третьего мира и так далее, существующие, они не слишком актуальны. Наши собственные сограждане прессованы таким образом, жестоким и неприемлемым для человека, что это просто реально ужасно. Прошу прощения за банальность. Я не коммунист и не призываю там Чач, я сейчас не столько о транснациональных корпорациях хотел поговорить, сколько о том, насколько твои поклонники, грубо говоря, понимают то, что ты им хочешь сказать, что ты хочешь донести до них. Я, к сожалению, могу сказать только лишь то, что я говорю лично. Я не знаю, как это будет истолковано, интерпретировано другими людьми.
разные люди могут воспринять это как просто отказ от, не знаю, от какого-либо рода действий. Кто-то может это воспринять как активный призыв там, к бомбежке Макдоналдса и офиса НАТО в нашем городе. Может быть, все это неплохо на самом деле. Я не знаю. Я, честно говоря, считаю, что панк-рокер именно в силу своего статуса имеет на самом деле право призывать к вещам. Старый лозунг 69-го года, который состоял в одной простой мысли. Верьте в невозможное, будьте реалистами. Спасибо, Чача. Уважаемые эксперты, перейдем к вам сразу после песни очередной. Не густо, не густо. Чача, пожалуйста, следующая песня. И сразу потом дискуссия. Жаркое встает над моей головой. Утро я спешу домой. Я усталый и больной. Обосмел всегда со мной. Всегда со мною рядом. Я по улице и доступен. И вот мы взглядом. Самым прямым взглядом. Потому что я вчера изрядно напитался. Потому что я всю неделю я со страшной силой повернулся. Всю неделю и вчера часовые на носу. Быстро или след, я всю солнечного дня взял чуть и глаза горят. На измерах спаду на, я домой шагаю. Здравствуй, милая Москва, концов не повторяю. Потому что я вчера изрядно напитался. Потому что я вчера всю неделю я со страшной силой повидался. Всю неделю и вчера. Группа «Наив» сегодня в программе «Земля, воздух» на телеканале ТВС. Итак, уважаемые эксперты, приходим, продолжаем мы нашу дискуссию. И Вадим Наливайко, радио «Шансон», пожалуйста, слово вам. Да, есть что сказать, потому что вот как раз отвечая на вопрос Антона, я знаю примерно Чачину позицию на сей счет, мы говорили много раз об этом. Сань, слушаешь, нет? Ча-ча. Мы говорили довольно много на эту тему, на тему ответственности творца, и я знаю твою позицию тоже, но здесь все-таки, мне кажется, я вслух готов еще раз озвучить свою точку зрения. Я считаю, что плохо, когда с телевизора, с телевизионного экрана или по радио ты начинаешь говорить какие-то слова, которые, как правило, не принято говорить вот, в средствах массовой информации. Все мы эти слова знаем, все мы мальчики большие, но мне кажется, когда ты сидишь здесь, цитируешь Ницше или Андреева, то многие, которые к тебе прислушиваются, могут заинтересоваться, а кто это такие? Может почитать даже, может пополемизировать. А когда ты называешь это место этим местом,
Мне кажется, это слишком просто, это слишком неинтересно. Тем более молодежь подрастает, и я по-прежнему считаю, что есть тут ответственность, да, и ответственность Творца перед своей паствой. Я отвечу, на самом деле, очень просто. Дело в том, что иногда, в некоторые моменты времени, истории, там, не знаю, пространства и так далее, не работают схемы сложные, работают простые схемы. Я хочу просто сказать тем людям, которые рядом со мной, часто они, на самом деле, не старше, чем я. Скорее всего, они моложе. То, что я думаю, искренне и честно. И, секундочку, одну секунду. И просто я нахожу ту форму, которая наиболее приемлема. И на самом деле она наиболее приемлема для любого здравомыслящего человека. Если бы он отказался на одну секундочку от тех, на самом деле, вещей, которые была навязана цивилизацией, от того, на самом деле, от тех, там, не знаю, понятийных схем, которые были навязаны ему обществом, может быть, он бы был бы проще, спокойнее, терпимее и уж, по крайней мере, не выступал бы против, ну, не знаю, таких простых вещей, как, не знаю, нет, просто хотя бы не оправдывал агрессию в Ираке. Спасибо, Чача, но другой вопрос, что далеко не все могут... Скажем подожди, так. Подожди, я не это имел в виду совершенно, не про оправдание агрессии, не про политику. Я имел в виду, что да, так действительно проще, и у нас есть какие-то как бы и условности, и обязательства там и так далее. И мне не кажется, понимаешь, то, что ты хочешь донести до публики своими стихами, ты доносишь и с минимумом вот этих выразительных средств, и получается, стихи достаточно талантливые. А когда вот здесь вот на сцене и вот там вот в экране в результате, ну, мне кажется, это проще и неправильно. Спасибо. Честно говоря, я доволен полученным результатом. А, Василий Уткин, пожалуйста, вам слово. Я хочу не согласиться. Я не могу согласиться с тем, что было сказано о талантливости стихов. На мой взгляд, о талантливости стихов вообще говорить не следует, потому что пишется песни, а не стихи. Вот. И мне кажется, что в данном случае, мне просто есть с чем сравнить, я в какой-то степени девственно чист в отношении панк-рока. Я второй раз на концерте панк-группы. Первый тоже был здесь, это были «Тараканы». А я, кстати, совершенно не в комплиментарном смысле, потому что по сравнению с тем, что я слышу сегодня, может быть, точка зрения как-то виновата, может быть, настроение какое-то соответствующее. Тут меня все спрашивали, проиграли наши Албании сегодня 3-1. Вот, проиграли. Настроение плохое в этой связи, да. Но, вы знаете, я не могу это совершенно сравнить. Вот то, что я слышу сегодня, это очень классно. А то, что я слышал тогда, это как-то по-детски очень по сравнению с тем, что я слышу сегодня. Вот песни классные получаются. И мне очень нравится эта комбинация, когда, казалось бы, музыка, ну, как минимум, незатейливая, да? Стихи, ну, не знаю. Ну, во всяком случае, Чач, при всей любви к тебе, разве только ради автографа я купил бы сборник твоих стихов. Вот. Да и то это было бы, на самом деле, лицемерно чересчур. Не, да. Правда. Между прочим, правда. Между прочим... Это too much было бы. Да, и вот там слишком часто встречалось бы слово «на самом деле», я думаю. Особенно в подписи. На самом деле, на самом деле, это слово, которое или даже я бы сказал точнее, это словосочетание, да. и выражение, которое я написал политическому истеблишменту этого города, по крайней мере. Вася, респект мне хотя бы по этому поводу скажи. По поводу чего? Я хотел сказать, потому что я написал это слово политическому истеблишменту как массово тиражируемому понятию. Я уже перестал понимать, Чач, спаси, извини. То есть благодаря Чаче весь политэстеблишмент... Тогда попасись немножко. Я с падежами уже запутался. Я просто еще хотел выразить свой восторг по поводу того, что мы как-то остановились в процессе. На самом деле до общероссийского рекорда употребления слова «сраный» в эфире осталось еще всего 3 раза. Давайте не снижать темпов. Я думаю, мы превысим на несколько раз. Спасибо, Василий. Александр Плющев, вам слово. Я не считаю, что... Вам не обязательно превышать рекорд, я не призываю. Употребление различных слов типа «сраный». Спасибо, Александр. Сраный, 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 сраный. Есть новый рекорд. Спасибо всем. Я не считаю, что оно чем-то умаляет достоинство группы, особенно панк-группы. Мне кажется, наоборот, только, так сказать, преувеличивает. Как это сказать? Повышает, да. Ну так вот. Тиражируемому. Да. Ну так вот, я-то чаще больше всего ценю совсем иное. Чаще, на мой взгляд, гениальный актер. Драматический. Другое дело, что он не сыграет ни одной пьесы, написанной другим автором. Ему придется и самому еще и писать. Поэтому он... ну посмотрите, когда он играет на сцене, он же это совсем другой человек, нежели который сидит...
вот рядом со мной на месте ныне Василия Уткина. Поэтому он гениально исполняет свои роли, и во всех он органичен. Ну, только и все. Спасибо, Александр. Чача, еще одна песня. Потом продолжим дискуссию, и остальные эксперты выскажутся чуть позже. Следующая песня довольно старая. Она была написана в то время, когда техно было на подъеме. Клуб под названием «Титаник» был самым респектабельным посещаемым местом в тусовке бандитско-захваченных, подкрученных и прочих персонажей. Следующая песня называется «Вася». Ой-ой-ой! Слушал техно и бодрился, убивался, пределился. Никого он не боялся, и в окошко матерился. Ну и вот, ну и вот, жизнь всякое бывает. Быстрее едет Мерседес, тем громкое играет. Ну и вот, ну и вот, случается, если вдруг я буду одно везде, мораторий облажается. Вспоминал, как два часа назад был денег он мало, завалить с тобой остаток, все не было барабана. Он теперь хотел на кислица и потанцевать немного, только сам на красный. Ну и вот, ну и вот, жизнь всякая бывает. Значит, скоро я везет, а мигалка не моргает. Ну и вот, ну и вот, жизнь всякая случается. Если кровь кому давно везет, молитон и облажается. Ну где вы такое видели, бля? Да, прям какой-то Бонч Бруевич, Ленин и дети, ей-богу. Ну что же, продолжим, наверное, дискуссию. Какой-то странный вот, Василий, странный шарфик, желто-черный, Боруссия, наверное, да? Боруссия, да? Точно. Боруссийцы приехали. Я, кстати, подумал, что если бы наши футболисты были бы настоящими панками, они бы сказали, что проигрыш Албании – это протест против агрессии в Ираке. Наверное. Ну, скоро узнаем. Антон, что им насрать на это дело все? Проигрыш Албании. Можно только породить протест, это правда. Ну хорошо, продолжим дискуссию. Михаил Козырев, «Наше радио», слово вам. Я думаю, что меньше всего, что интересует сейчас вот этих людей, это дискуссия. Ну, извините, чуваки, надо еще чуть-чуть. Вот вы когда, если решите сокрушить сцену, то приберегите до последней песни. Я хочу сказать, что
Я по поводу ответственности за слово, да? Да. Значит, я не согласен... Не только ответственность, но и насколько Чача говорит на одном языке. Да? Да. Вот еще язык, которым говорят поклонники, только что прозвучал. Молодой человек, да, в кепке, ну, высокопарный. Нет, я считаю точно, что Чача говорит на том языке, на котором его хотят услышать те люди, которые любят эту музыку, это точно. Я не согласен с ним по очень многим позициям, да. Я считаю, что там в 21 веке говорить про транснациональные корпорации — это ни о чем. Я не вижу зла в Макдональдсе абсолютно никакого. Сам его ем, как и 90% людей, которые здесь сидят. Но не стыжусь этого признаться. Так? И сейчас еще одну очень популярную вещь скажу. И я считаю, что Саддам Хусейн зло, и если его не уничтожит Америка, то он может уничтожить мир тоже. И не стыжусь в этом признаться. И проще всего сегодня... Тихо, ребята. И еще я поражаюсь вот чему. Как легко вы сейчас научились ненавидеть американцев, и как сложно было вас убедить, что война в Чечне несправедливая. Знаете почему? Потому что американцы далеко, и их легко ненавидеть. А над Чечней надо запариваться и задумываться. Я надеялся, что Плющев это скажет, но он сегодня у нас аккуратный и спокойный. Но несмотря на то, что я не согласен по очень многим вопросам, я считаю, что Чача — человек последовательных убеждений и отстаивания принципов, которые я уважаю. Никогда за все время нашего знакомства и дружбы я не мог его упрекнуть в том, что он противоречил сам себе или отступил от каких-то фундаментальных вещей, в которые он верит. Я за это как раз его больше всего уважаю, и поэтому, безусловно, если есть у кого-нибудь право критиковать артистов, то оно у него есть заработанное, да? И как говорил один французский просветитель, я не согласен с вами, но я готов отдать свою жизнь за то, что нам с вами позволено было публично спорить и выражать свою точку зрения. Именно поэтому я принципиально стою на том, что на сегодняшний день нет человека, более адекватно отвечающего формату ультры и позиции ультры, чем Чача. Я Василий хотел добавить два слова. Василий, да. Мне показалось очень иллюстративным, именно в контексте того, о чем мы говорим, что вот молодой человек, мы никогда его раньше не видели, скорее всего, никогда больше не увидим, да? Вот он прорвался на сцену первый раз в жизни, наверное, последний. И вот слово, которое он выбрал, чтобы произнести в этот свой звездный час, правда? Какое оно оказалось красноречивое. Все сразу все поняли. Да. Ну, грустно. Может быть, еще когда-нибудь поменяет внешность. А почему на самом деле такой пессимизм? Почему последний раз? Ну, не пессимизм, просто это вполне возможно, понимаешь? Это довольно случайно вышло. Не, выходит... на самом деле, как бы... Об этом точно не стоит дискутировать. Я, честно говоря, I believe in miracles. Я верю в чудеса. Я на самом деле верю, что люди, которые приходят на мои концерты, и я видел этому подтверждение сотни раз. И сегодня, на самом деле, есть такие люди, которые стоят здесь в партере, которые пришли первый... И на сцене тоже, да. Которые пришли первый раз на концерт нашей группы. И который сегодня здесь, это Коля Богданов, совершенно очевидно. Я говорю немножко о другом. Чача, дай бог, чтобы эти люди... А я говорю об этом, вот смотри. Дай бог, чтобы эти люди появились где-либо, и дай бог, чтобы они выбрали какие-то другие слова, которые хотят донести до других. Вот, собственно, и все. Евгений, зачем, Агабек, зачем им на самом деле нужны другие слова, я не могу понять. А зачем им выходить тогда и говорить то, что говорят обычно, скажем, там, пьяные в подворотне? Смысл? Нет, я просто думаю, что если человек готов что-то сказать искренне, ему надо дать такую возможность. Ну, искренне и сейчас... потом посмотреть, на самом деле, насколько это плохо или хорошо. Я думаю, сейчас искренне многие болельщики хотят сказать по поводу игры сборной России, но это не повод всех их выпускать в эфир. На самом деле, ребят, приглашаем вас всех сегодня в студию. Хорошо. Евгений Агабев, Хит FM, пожалуйста. Чача, а у меня такой сейчас вопрос, а не политический, не о плохих словах, а о музыкальных, вот тенденциях в панк-роке. Ты сам недавно говорил о том, что вот когда здесь присутствовала фольклорная группа, о том, что ничего нового они не придумывают и не экспериментируют. Но в принципе панк-рок сам по себе, он тоже достаточно однообразен. Ты не согласен? Да, довольно консервативный жанр музыки, без всякого сомнения. Но, что я хочу сказать, тут очень такая вот по своему опыту, как я понял, на самом деле, в чем вся фишка заключается. Если люди на самом деле драйвы нарезают на сцене, значит это хорошо. Если нет, значит плохо. Но те же тоже были драйвовые, ты же помнишь о том, что... Те же были, да. Так я и сказал, что... Я так и сказал. Я разве сказал, что... Ну а по поводу экспериментов, вот в вашем случае? Ну не знаю, мы довольно странным образом пытаемся переводить Элвиса Пресли. Я не знаю, насколько это понятно массовой аудитории. Там. Мне кажется, что в этом... В моем прочтении есть некоторый шаг вперед от Элвиса. Элвис все-таки был... Над ним давлела англосаксонская культура, без всякого сомнения.
Я сделал русское прочтение его песни. Не знаю, ну, может быть, это не очень понятно. Это прочтение, а я имею в виду музыкальных вот именно тенденций в панк-роке, понимаешь? То есть каких-то музыкальных ходов, новых находок. Вот это присутствует, потому что вот, ну, я могу в пример привести группу Мьюз, хотя они не панки, в принципе, это альтернативная музыка, но я считаю, что это экспериментаторы, которые достаточно сильно даванули. Вот, и, в общем, они ничего нового не изобрели, но почему-то это зазвучало по-новому. Вот что касается вас, то есть вы пытаетесь что-то делать с тем, чтобы панк-рок обновлять? Как там с Аленой Свиридовой продвигается проект? Хотел спросить. Он движется, на самом деле, мы написали, Миш, то есть даже так скажем, я написал песню под названием, там припев такой, «Punk's not dead, ура, масс-медиа – дерьмо, радио – отстой, да здравствуй, телевизор – зло». Я не знаю, на самом деле, согласится ли Алена петь эти слова со мной, но я написал это для нас с ней вместе. Забавно. И Александр Пряников, Русское радио, пожалуйста, вам слово. И рефрен надо туда вставить. Богатая овца. Это как раз про Алену Свиридову, она тогда выступит настоящим панком. А вот я хотел бы обратить внимание присутствующих на то, первый раз вижу, как, что это называется, когда народ прыгает друг на друга, так они это дружелюбно, вот слэм. Так дружелюбно, в общем, молодые люди напрыгивают друг на друга. Потом чу упавший, бац, поддержали. Потом раз девушка пошла, думаю, уронит, уронит, уронит. Нет, раз поставили девушку, отряхнули, поправили, все. То есть вот это внушает, это как раз, да, как лакмусовая бумажка, что в принципе агрессия такая достаточно позитивная и не настоящая. То есть если они драться начали или там каким образом выражать свою агрессию, тогда может был чачу... Значит, в чем-то упрекнуть, ну, хотя бы в однообразии. А тут нет, есть тайный смысл позитивный, который, слава богу, его поклонники улавливают. Вот что я хотел сказать. Еще, Чача, ну, знаешь, что нас, пожалуй, с тобой разнит? Ты вот против Макдональдсов, а я как раз за то, чтобы в Нью-Йорке открылись пельменные, понимаешь? Вот. Мне кажется, вот мой панк патриотичнее. Спасибо. Патриотичный панк. Новое слово. А что? Спасибо. Путину это понравится, да, Чача? Чача, пожалуйста, очередная песня. Следующую песню написали не мы. Очень часто нам ее приписывают. Люди, видимо, в силу своего малолетства. Ее написал Виктор Цой. И она называется «Мама анархия». Чаще стакан портвейна! Сюда! Yes, right now!
Группа «Наив» сегодня в программе «Земля воздух» были неправы эксперты по поводу появления молодого человека в кепке на сцене. Действительно, не последний раз появился. Еще разок вышел. Уважаемые дамы и господа, напоминаю, что вы смотрите программу «Земля воздух». Наша программа интерактивная. Голосуйте в интернете, голосуйте по телефону. Очень скоро мы проверим, как там проходит наше голосование, как меняется точка зрения в зависимости от того, что происходит здесь на сцене и от высказывания молодого человека в кепке. Пока на телеканале ТВС «Реклама». У нас в гостях группа «Наив». Давайте-ка посмотрим, что там происходит с нашим интернет-голосованием. Вопрос сегодня звучит: считаете ли вы, что любовь спасет мир? Итак, интернетчики, 68% считают, что да, спасет, и 29% с ними не согласны. Вот так проходит голосование, уважаемые дамы и господа. Вы можете голосовать и в интернете, www.tvs.tv, можете звонить по телефонам. Я думаю, еще разочек, как минимум, мы обратимся к голосованию, посмотрим, как изменилось или не изменилось точка зрения проголосовавших. Ну, а теперь хочется затронуть такую, скажем, прикладную тему. Чач, тебе в первую очередь вопрос, наверное. Вот что дает участие в «Земле воздух» музыкантам? Участие в «Земле воздух» дает очень важную вещь. Понимание процесса, музыкального процесса, который происходит в этом городе, по крайней мере. Я думаю, что из-за того, что эта программа транслируется вовне, то есть она не только московская, а и, в принципе, там общенациональная, как это принято сейчас называть. Транснациональная. Ну да, в некотором смысле можно так это определить. Хотя, конечно, рулят это люди совершенно другого типа. Это позволяет понять, на самом деле, что происходит в шоу-бизнесе в данный момент здесь сейчас. Меня многие спрашивали на нашем сайте, почему группа «Наив», обещая в моем лице, что она никогда не будет принимать участие в этой программе, все-таки пришла на эту программу. Я отвечаю. Дело в том, что по той информации, которая есть персонально у меня есть основания полагать, что эта программа закрывается. Она слишком некомфортная, слишком провокативная и слишком много столкновений интересов предполагает. Именно в силу этого мы решили воспользоваться такой возможностью и принять участие в этой программе. Ну, во-первых, многие группы распадаются, а потом снова сходятся. Это во-первых. Во-вторых, после глобальнейшей помощи мужчины в кепке нас ни за что не закроют, я полагаю. Наоборот, даже нас сдвинут на утренний прайм-тайм. Теперь тот же самый вопрос хочется адресовать к экспертам. Долгое время вы сидели здесь, и я надеюсь, будете сидеть и дальше, и обсуждаете пришедших музыкантов. Не секрет, что многие музыканты просто опасаются идти сюда, потому что боятся, что их будут ругать. И все-таки многие приходят, и многие говорят, что, наверное, да, это было полезно. Как вы считаете, вот что дает участие, Вася, не спи, в нашей программе, дает участие музыкантам? Александр Пряников, Русское радио, давайте начнем с вас. Пусть боятся, пусть опасаются. Правильно, музыканты должны трястись под жилки, под пристальным взглядом программного директора. Вы сейчас, я думал, скажете, что музыканты должны трястись. И то, что вы обычно говорите. Ну, сегодня то, чего мне все время не хватало, присутствует с избытком. Спасибо, Чача. Мы с Антоном Камоловым. Плохо видно за ребятами, но разглядели. Спасибо нам, кстати. Редкий случай, когда Антону виднее, чем мне. Вот. Я даже не знаю, что они сюда приходят, но по большому счету, наверное, проверить себя, насколько они отвечают за базар, это максимум панковского, что я из себя могу выдавить даже на фоне многоуважаемого Василия Уткина. Вот когда люди приходят сюда подтверждать свое творчество, а зрители, которые наблюдают эту программу, имеют шанс понять, врут эти музыканты и артисты или не врут, потому что даже в таком спорном жанре, как панк, да нет, почему даже? Особенно в таком мощном жанре, как панк, очень важно, это же так важно быть честным, правильно? И так позорно, если тебя в чем-то уличают. Но у Чачи на этот счет есть неплохая палочка-выручалочка, он говорит обычно: я все вместе, вот так. Понимаете, он нашел, как с этим бороться, многие музыканты нет. Значит, Чача более честный музыкант, чем те, кто не нашел, как, в общем, отвечать. Спасибо, в тот момент, Александр, когда они это сделали. Спасибо. Спасибо. Евгений Агабеев, Хит-ФМ. Ваша точка зрения? Ну, во-первых, я не так давно здесь. Вот. Тем интереснее ваше мнение. Скажем да. так, незамыленное. Я бы хотел немножко развернуть вопрос по-другому. Я бы так сказал, что, будучи экспертом, Чача
притянул, я думаю, к себе огромное количество людей, которые до этих пор не интересовались такой музыкой, вообще не знали, что это такое. Вот, и я думаю, что... Может быть. Да, и я думаю, что даже, ну, я не думаю, что 50%, но процентов 30, наверное, пришедших, они пришли не будучи, да, поклонниками твоей группы, а будучи поклонником тебя как личности. Вот, и ты притянул тем самым их через свои разговоры, через свои убеждения к этой музыке. Я думаю, что вот эту информацию обязательно донесите до Снейка, который директором группы является, чтобы он понимал, на самом деле, откуда растут ножки. Спасибо. Спасибо, Евгений. Александр Плющев, «Эхо Москвы». А мне кажется, что эта программа цена прежде всего тем, что... Я не знаю, зачем приходят артисты, лучше он чаще у того же спросить, зачем ты пришел сюда сегодня? Ты знаешь, на самом деле, мне хотелось поставить жирную точку в программе «Земля-воздух». Вот, собственно говоря, я поэтому здесь. Полнейший респект. Ну так вот, что касается того, что обсуждается здесь, то, во-первых, мне кажется, что больше нигде так не обсуждается, с одной стороны. И вообще нигде не обсуждается. Слава богу, хоть здесь пообсуждали. Вот, ценность наибольшая в том самом расширении сознания, о котором постоянно почему-то заходила речь, когда сюда приходили рэп-группы. Ну вот, когда Чача Иванов говорит «Респект Алене Свиридовой, давайте запишем песню», его поклонники или слушатели радио «Ультра», у них нечто сдвигается в мозгах, потому что до этого они говорили, что Алена Свиридова – голимая попса, как правило. Когда там Михаил Козырев говорит, что, друзья мои, рэп – это не голимая попса, или там это не калда, вот, или что-то еще в этом духе. У них сдвигается, расширяется сознание, сдвигаются мозги в другую сторону. В этом, мне кажется, самая большая ценность этой программы. Спасибо, Александр. Василий Уткин. Как вы знаешь, считаете? Антон, я не знаю, зачем музыканты сюда приходят. Я знаю, зачем их сюда приглашают. И зачем мне самому хотелось бы сюда на них здесь посмотреть. Потому что вопрос, на самом деле, вот с Сашей не соглашусь, не в том, насколько они говорят правду или врут, а вообще, на самом деле, в подавляющем большинстве случаев вопрос стоит в том, есть ли им что сказать, и говорят ли они что-то вообще. Вот это первая часть, да? А вторая, я хочу оттолкнуться от другой реплики, которую в самом начале бросил Миша, о том, что сейчас можно было бы петь немножечко о другом, и другое могло бы смотреться радикальнее. Тут дело артиста, безусловно, о чем петь. И факт в том, что, опять-таки, мы здесь обменялись немножечко впечатлениями, но выступление это совершенно классное. И я это могу из своего личного опыта нахождения в этой студии сопоставить только с нахождением здесь во время концерта Ленинграда. Правда, в пользу Ленинграда, но это совершенно никакого значения не имеет. Поэтому, ну, вместе с тем существует странный парадокс, очень странный парадокс. Но самая классная песня написана другим человеком много лет назад. И удивительно, какой она радикальной звучала тогда, неожиданно задумываешься, правда? Вот странное дело. В чем здесь связь и как это все увязать, я не очень знаю. И по большому счету, опять-таки, я, может быть, сейчас выскажу абсолютно дилетантскую вещь, но с точки зрения формата, я не имею в виду сейчас старые песни о главном, но старые песни перепевают на самом деле все. А не говорит ли это о времени, если и Чача тоже поет все-таки старую песню, она, оказывается, самая классная. Спасибо, Василий. Вадим Наливайко, радио «Шансон». Ну, если возвращаться к вопросу, именно почему артисты приходят сюда. Не столько почему, ну и почему, ну, и что дает. Зачем, да. Что это дает, все равно волей-неволей мы вернемся к передаче, к программе так, как таковой, потому что самые артисты разные приходят за самыми разными своими пряниками или шишками. Кто-то потому что привык тусоваться просто так, кто-то... В данном случае без намеков. Кто-то... За пряниками и плюшками тогда уж. Да, пришел продемонстрировать свою полную несостоятельность, и прямой эфир программы «Земля-воздух» это показывает. Кто-то особо ничего и не хотел доказывать, а, как говорится, как Юра Аксюта говорил, торкает так, что мало не кажется. Поэтому у каждого артиста своя задача. Иногда эта программа показывает, что у артиста задач-то и нету, в общем-то, никаких. Вот. К данной именно сегодняшней программе это не относится, пожалуй. Спасибо. И Михаил Козырев, вот ваша точка зрения по поводу «Земли-воздуха». Да, мне кажется, что главное преимущество этой программы, когда она идет в прямом эфире, да, это то, что она быстро и в отношении экспертов, и в отношении гостей показывает, кто есть кто. Особенность прямого эфира – ничего не вырежешь, ты такой, какой ты есть. И это проверка на прочность. Вот, и опять-таки подчеркиваю, несмотря на несогласие во многих вещах, я люблю группу «Наив», ее уважаю, считаю, что она пишет отличную музыку. Вот поэтому и сегодня она эту проверку выдержала. Респекты на вряд.
Вот. И еще я хочу сказать одну очень важную вещь. Почему я уважаю группу «Наив»? Тот самый Джонни Роттен, тот же самый. Когда его спросили, о чем они сказали, мы же не про музыку, мы про хаос. Вот. Группа «Наив» во многом, она не только про музыку, да? Она про жизненную позицию, про принципы и про то, что можно прожить, не прогнувшись, и победить. Потому что прямой эфир в этой программе — это все равно вот такой вот, как сегодня, это победа. А еще одна важная вещь в этой программе заключается вот в чем. В редкие случаи, но в самое классное, когда ты сидишь здесь или потом смотришь запись, ты понимаешь, что есть какое-то ощущение опасности. Ты не понимаешь, чем это кончится. Здесь есть такой градус эмоций какой-то возникает, что не понимаешь, что сейчас может случиться. А телевидение настоящее, оно так редко дает такие моменты. Оно так редко встречается, потому что мы все время видим все в записи, чистое, приглаженное, все как Петросян и Якубович, к сожалению. Вот. И таких передач очень мало. Вот. И поэтому вот за эти моменты и за эти передачи, эту передачу нужно оставить. Поэтому если меня слышат сейчас владельцы канала ТВС, дяденьки, оставьте программу, ради бога. Она хорошая. Спасибо, Михаил. Чача, пожалуйста, очередная песня. Следующая песня как раз пояснит ситуацию, в чем проблема, почему на самом деле такие хорошие программы, как «Земля, воздух» закрываются, почему такие прекрасные группы, как «Наив», крутятся так редко на радиостанциях. Всему виной НЛО и инопланетяне. Следующая песня называется «Я видел НЛО». Сегодня в программе «Земля, воздух», уважаемые эксперты, подходит, к сожалению, программа к концу. Более того, чуть-чуть мы вылезаем за рамки прямого эфира, поэтому просьба такая: не быть многословными в заключительной своей речи, по возможности кратко подвести резюме и там одной буквально двумя фразами высказать то, что вы хотите сказать на прощание напоследок. Итак, супа чаще я захуячу. Я думаю, что нас на дневной прайм-тайм поставят. Нет, на утренний вряд ли, на день может быть. Итак, давайте, наверное, начнем. Александр Плющев, «Эхо Москвы». Трудно говорить последние слова, ей-богу. Друзья мои, дай бог, чтобы они стали не последними. Вот, это больше всего, что хочется. Ну что, Чача, респект тебе большой за то, что ты поставил жирную точку, но я бы хотел, чтобы он стал запятой или многоточим по меньшей мере. Ну да. Спасибо. Василий Уткин, пожалуйста. Дорогой Чача, наконец-то ты спел. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Ну, действительно, как и просил, одной-двумя фразами. Евгений Агабеков, Радио Хит ФМ. Да, ко всем спасибо. Хочу присоединить. Вот сидят мои старенькие друзья, которые задавали много вопросов и говорят, ну, очень шумно, да, слов не разобрать, почему. А все очень легко объясняется. Вот что касается...
Вот, правильно, потому что есть вот эти фанаты, есть поклонники, которые не давали войти в Останкино. И если есть такая музыка, значит, она кому-то нужна. Если есть такая программа, значит, она кому-то нужна. Вадим Наливайко, радио «Шансон». Я считаю, что группы «Наив» и «Чачи» и все ребята могут гораздо больше, чем делают. И я считаю, что программа «Земля, воздух» делает очень много, поэтому и тем, и другим большое спасибо, и хотелось бы встречаться еще. Мы будем стараться. Вадим, спасибо. Михаил Козырев, я хотел только, так как с «Чачи» очень много говорили, я хотел бы сказать спасибо музыкантам группы «Наив». Ребята, спасибо вам большое. Вот, и еще один момент. Я хотел бы сказать спасибо, если это действительно, к сожалению, последняя программа, всем тем, кто делает программу, особенно шеф-редактору Лене Карповой, которая, не покладая рук... Лене Карповой, респект! И всем звуковикам, Славе! Вечно всем. Респект, как говорит Миша вот. Козырев. И, короче, один момент, самый главный. Вот, я считаю, что надо изменять мир, не то мир начнет изменять нас. Лучше мы будем это делать. Давайте изменять мир, ребят. Спасибо, Михаил. Александр Пряников, Русское радио. Лучше любовь с лицом Чачи, чем мировой порядок с лицом Буша. Пока. Спасибо, Саш. Ну что же, следующая песня называется... Секунду, сейчас, Чачи, еще буквально посмотрим, что с голосованием. И тогда песня. Итак, голосование. Считаете ли вы, что любовь спасет мир? Ну, практически без изменений на протяжении всей программы. По телефону 74% считают, что да, спасет. 20% с ними не согласны. И в интернете проголосовали, ну, схожим образом, почти 68, по-моему, почти процентов, или 67, считают, что да, любовь спасет мир, и 30% с ними не согласны. Я так полагаю, что большинство пришедших сюда считают, что действительно любовь спасет мир, или, по крайней мере, должна спасти. Если не любовь, то что этот мир может спасти? Если кого-то интересует мое мнение, я думаю, что да. Я думаю, что и многие согласятся с Чачи. Следующая песня называется «Героин меня убивает». Бухать с ночи до утра и превращаться в кретина. И я был бы рад не пить, но как тогда быть? Я не планирую с героином дружить, потому что я точно знаю, как алкоголь меня вставляет. Что дает мне, что отнимает мне, как он поставляет. А рядом ты поумираешь, а передоза погибает. И меня от этого не бьет. Я принимаю героин, и стыкать кричина. Пускать весь день, всю ночь, как это прекрасно. И я больше спасался, совсем не опасно. Потому что я точно знаю, каким я спадом напрямую. Что я умру и что я теряю, и как не поставлю. Пол умирает, а передоза погибает. На меня от этого не взгляд. Герои меня убивают. Опускает, кто не жает. Завтра же мне это причина.
Пускать с ночи до утра и превращаться в кретина. Я был бы рад петь, но как тогда быть?